Малюк народився в Україні, має українське коріння, однак до 2019 року проживав з родиною в Росії. Там проходив службу в російських військах. Проте не обрав кар'єру військового. Нині живе на Черкащині. І після повномасштабного вторгнення він прагне захищати Україну. Я гражданин России. Малюк Денис Александрович, 1993 года рождения. Проходил воинскую службу в рядах вооруженных силах России, а именно в военно-космических силах, номер воинской части 41-687. Я уехал с России, потому что видел, что Россия относится ко мне злобно и с ненавистью, и решил остаться здесь и строить здесь свою жизнь. После нападения России на Украину, видя бесчинство русских солдат, их шовинизм, их нацизм, убийство мирных жителей в городах, закопанные братские могилы, расстрелянные в подвалах люди, я решил, что больше не буду иметь никакого отношения ни к России, ни к российской армии. И впредь буду защищать свою родную Украину, когда это потребуется. Слава Украине!